Очередной транш от МВФ для Киева снова под вопросом. Выделение кредита планировалось в марте, но совет директоров опять отложил рассмотрение. Повестки дня заседаний до конца текущего месяца Украины нет. Хотя ранее власти обещали, что фонд в скором времени получит все необходимые документы и транш перенесут как минимум на конец марта.